Морская спартакиада состоялась среди воспитанников старших групп в детском саду номер 48 в городе Димитровграде. Около 2 лет назад здесь были отремонтированы 2 бассейна в рамках областной программы. К слову, это единственный детский сад в нашем регионе, где установлены сразу 2 чаши. Так было задумано еще при строительстве в 1982 году. Около 15 лет назад бассейн пришел в негодность. На его капитальный ремонт ушло 3 миллиона 600 тысяч рублей. Здесь полностью заменено оборудование, восстановлены целостность полов, электричество, возобновлена вентиляция, душевые камеры, восстановлены 2 чаши. И нашу стену из мозаики, которую при постройке детского сада ее выложил знаменитый художник Борис Клерук. Мы сохранили в ходе капитального ремонта это панно мозаичное, чем очень гордимся. В этом детском саду 316 воспитанников. Все они теперь тренируются в бассейне. Для ребятишек, уверены и родители, и тренеры, такие водные процедуры – неоспоримая польза здоровью. За 2 года работы оздоровительного комплекса здесь появились даже собственные звездочки. Дети, когда выходят из детского сада, уже на выходе они уже умеют плавать и брасом, и кролем, и на спине. Вот. И после бассейна очень сильно влияет на здоровье детей. Дети окрепшие, дети намного выше своих сверстников тех же. И намного шире грудная клетка, и жизненная емкость легких, объем легких увеличен. А на спартакиаде ребята соревновались в плавании на спине, на животе и со вспомогательной доской. Не забыли и про игры на воде, ведь именно они помогают юным дельфинчикам делать первые шаги в большой спорт.